Посмотрим, как соревновались девушки на брусьях. Кто из них в будущем может претендовать на лавры Светланы Хоркиной. Ирина Исаева, она уже выиграла бронзу в опорном прыжке и сейчас поборется и за медаль на брусьях. Пока все у нее очень хорошо идет. Вот такая маленькая-маленькая заминка, но ничего страшного. Ну что ж, поаплодируем Ирине Исаевой. Все, по-моему, у нее получилось очень хорошо. Вот тренер. Вот по реакции тренера иногда можно понять, насколько хорошим было выступление гимнастки. Здесь реакция тренера говорит сама за себя. 9,225. И судьи также высоко оценивают эту комбинацию. 9,225 – это заявка уже даже не просто на медаль, это уже серьезная заявка на победу на этом снаряде. Ну, вообще, действительно, тут придраться-то, собственно говоря, не к чему было.